кто. Еще потом надо будет говорить, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну такое. Скоро мы поедем в Грузию. Точнее, мы едем не в Грузию, но в Грузию мы заедем. Разговаривает с камерой. Невозможное, невероятное, но факт. Даже смешно разговаривать с самим собой, точнее не с самим собой, а с большой машиной, на которой стоит эта маленькая камера, и оказывается она такая широкая, что такой широкий угол, что мне приходится даже ближе подходить, чтобы увидеть себя получше. Красиво. И глазам, и ушам. Но самое-то главное, чтобы записать как можно больше видеоматериала, чтобы начать его наконец-таки монтировать, чтобы научиться это делать. Ведь это же не так и трудно. Хотел сказать, и просто. И просто тоже не трудно. И трудно тоже не просто. Это же видео может увидеть моя мама. Не упала. Значит, увидит. Разговаривать с экшн-камерой нужно так близко к ней находиться. Я думал, что расстояние должно быть дальше. А так я, получается, прям так вот мы с тобой прям вот рядом. То есть вот так вот и я вот тут. Не ожидал. Ты по-любому в следующий раз запиши сценарий. Это очень тяжело без сценария говорить. Вообще пипец. Особенно если ты не знаешь что. Ну если ты хотя бы знал, что говорит, ты мог бы что-то сказать. Но если ты еще ничего не знаешь, что ты говорить-то будешь. То, что ты едешь в Северный Кавказ. В Северный Кавказ. На Северный Кавказ. Но лень постоянно говорит тебе: чувак, давай ты это сделаешь завтра. Ну вы, наверное, понимаете, о чем я. Ну если не понимаете, блин, дайте я вас обниму. Ну, в общем, есть такая у меня проблема. И поэтому, дабы такого больше не происходило, я стою здесь, в этом прекрасном лесу, в этих прекрасных сумерках, в этом прекрасном южном климате, с этой прекрасной птичкой, разговариваю с камерой, и, можно сказать, прямо вот перед ней говорю о том, что я сделаю видеоролик о поездке, которая намечается в ближайшие пару дней, а конкретнее на следующей неделе, который затронет почти весь Северный Кавказ. И даже, наверное, мы через Кавказские горы переедем и доедем до Тбилиси. Соответственно, посмотрим военно-грузинскую дорогу. Для этой цели у нас есть коптер Mavic, камера вот эта, плюс я заказал еще одну камеру GoPro. Ну это чтоб вообще, чтоб ну прям вот ехал такой всю дорогу и думал: блин, ну ты бабло потратил, вот что ты вот сидишь, бери камеру и снимай. Особенно если я дойду до того, что зальет этот видосик на ютубик, то вообще у меня не будет того запасного выхода. Ну в принципе, если просмотров не будет на этом ролике, то наверное будет проще. Если будет один просмотр, ну это буду я, который буду посматривать этот ролик, как он залился, это ничего. Если два, то тоже ничего. А вот если больше пяти, это уже серьезно, это группа людей. Вы мне можете предъявить, типа, а чё ты, Денис, такой, больше ничего не делаешь? Чё, сдался, что ли? Хренушки. Через 3 дня мы выезжаем на Северный Кавказ. Что еще говорить-то?